Вечерняя прогулка семьи. Внуки гоняют, бегают, гуляют. Кто в коляске, а кто просто рассуждает о жизни. Кто рассуждает, беседует между собой, а внуки гоняют. Что им делать? Что, Айла? Упала уже? Трохи упала? Бабушка пожалеет. Все, пожалеет. Бегают мокровато, а что им? Вокруг да около тут они. А тут вечерняя прогулка в семье. Что им еще надо? Тут целый день дома сидят. Хай погуляют. Поїли морожене после ужина. Погули, і тепер вони бігають. Упав у цвітки. Аж туди провалився щось. Все світиться, як днем. Видно. Так, guys. Шосей, хай. Дві внучки. Елена і Стасина одна. А то всі хлопці. Все, гайз, давайте, деда буде їхати вже. Дивись там. Так, все, бабушка, поїхали додому, уже, отак, прощаємося і будемо їхати, бо вже 9 вечора де-то, да, а, треба вже віддихати. Все, ребята, давайте домой. Собираемся. Все, уже идем потихоньку. Всем спокойной ночи, в кого ночь. И нам тоже. А кому доброго ранку. Или просто добрый день. Все, направляемся до паркинга, где стоят машины. И уже будем. Джейкоб, ты на ходу читаешь прямо. Smart guys. Guy. Али бой.
внук старший, Элли спрашивает. Читает, где станет, там сразу читает. Кого не удалось. Грамотнее будет, ребята. Все, прощаемся. И всем до побачення. Будьте живі, здорові. Всім бажаємо все хорошого. Все. Ося. Все, давай, з Богом. З Богом давайте. Левий, бай. Левий, давай, ми поїхали. Все, good night. До побачення.